О спорте. Сегодня на махачкалинском стадионе «Труд» открыли площадку для занятия воркаутом. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель общественной палаты Гамзат Гамзатов, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев и заместитель министра по физической культуре и спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков. Среди многочисленных гостей чемпион мира и Европы по вольной борьбе Абдусалам Гадисов и боец UFC Рашид Магомедов. Я, как и вы, испытываю сейчас чувство глубокого удовлетворения и восхищения нашей дагестанской молодежи. Я всегда был уверен в том, что мы в Дагестане располагаем лучшей молодежью, не только по количеству, но и по качественному составу, по его неукротимому стремлению быть первыми во всем, в учебе, в спорте. После открытия состоялись показательные выступления воркаутеров. Площадка в центре города бесплатная и доступна для всех жителей.